Проложите, проложите хоть тоннель по дну реки, и без страха приходите, на вино и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки, да не забудьте затупите ваши острые клыки. А когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите. Вот тогда поговорим, нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей и перебросьте, перекиньте. Вы хоть жер через ручей, за покос ли, за посев ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами после, локти будете кусать, сами будете не рады, утром вставши вот террас, а все мосты через преграды переброшены без нас. Так проложите, проложите хоть тоннель по дну реки, и без страха приходите на вино и шашлыки. Спасибо большое за эту замечательную песню. Мы благодарим нашу гостью Юлию Тертышную. Это и многие другие песни Владимира Высоцкого прозвучат сегодня в Уярском районе. Туда в рамках автопробега «Красноярск поет Высоцкого» приедут самые известные барды Красноярска. В концертной программе традиционно прозвучат как известные, так и малоизвестные песни Владимира Семеновича. Юлия, доброе утро. Доброе утро. Юлия, расскажите, а вообще все песни Владимира Семеновича знаете? Ну, все. Надеюсь, что буду когда-нибудь знать. Ну, а есть какие-то любимые особенно, которые постоянно исполняете, может быть, даже каждый день? Ну, любимая песня моя «Марьюшка». Она считается военной, потому что там суть идет песни о девушке, которая ждет своего солдата. Ну, все песни Высоцкого, наверное, невозможно знать. Наверное, нет такого человека, который знает их все наизусть. Или есть? Ну, может быть, Роман Кельгард знает. Мы привыкли к тому, что все-таки играют на гитаре, исполняют тем более песни Высоцкого. В основном мужчины. А у вас откуда такое увлечение появилось? Вдруг женщина красивая, с гитарой, да еще и Высоцкого поет? Ну, вообще, я пою уже давно, с детства. А творчеством Владимира Семеновича я увлекаюсь тоже с детства. То есть очень люблю его стихи. И вот постепенно пришла вот так к этому. Хотя очень сложно. И на гитаре пришлось научиться играть, да? Ну да, пришлось. А чем он вас так трогает за душу? Ну, тексты, тексты. Берет за душу, действительно. По-другому не скажешь. Но мы знаем, что вот уже сегодня, да, в Уярском районе вы будете выступать для всех зрителей. Скажите, а вообще какие населенные пункты планируете посетить в рамках этого автопробега? Ну, в рамках автопробега все ближайшие районы вот Красноярска. На восток, на запад, на север. В Заозерном районе мы будем. Запланировано это путешествие? Сколько дней будете в пути? Ну, вообще мы 1-2 дня возвращаемся. Угу. Но это часто происходит, в основном на выходные. Люди как встречают? Собирается большая аудитория? Подпевают? А вы знаете, по-разному. Бывает, немного приходит, но всегда прием очень теплый. А бывают местные, тоже приходят с гитарами и говорят, хотим с вами выступить на одной сцене, тоже попеть песню? Бывает такое. С удовольствием поют, читают стихи. Это очень приятно. Что его знают, Высоцкого, любят. А какие песни просят спеть? Ну, просят в основном такие более известные, там, песенка о переселении душ, допустим, которую все, наверное, знают с детства. Ну, а приходят на какие концерты, какая публика? Все-таки старшего возраста или молодежь тоже уже тянется к этому творчеству и тоже хотят. Это удивляет, вникать. Но молодежь бывает, да, много молодежи. Молодежь бывает, Высоцкого знает и поет? Да. Если не знают, мы несем это. Вы разучиваете все. Если не знают, несем. Кто знает, с удовольствием слушают. Скажите, а у вас вообще большой десант вот так вот путешествует по городам и весям нашего края? По-разному получается, потому что все люди в основном заняты. Бывает 5 человек, бывает 2, бывает 3. Но все равно 5 человек – это уже серьезный концерт. Я думаю, что это хорошее такое культурное событие для жителей небольших населенных пунктов, которые в изобилии есть в нашем крае. Что ж, мы желаем вам удачных выступлений. Спасибо большое, что пришли к нам этим утром, спели такую замечательную песню. Еще раз представлю гостью нашу Юлия Тертышная, исполнительница песен Владимира Высоцкого. Спасибо. Спасибо и удачной поездки вам.